вечер. О самых заметных событиях уходящего понедельника и минувших выходных вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. И разлитый под видом бутылок водки финская, царская, белая береза. Контрафакт лился рекой. В Дзержинском районе выявлен цех по нелегальному производству алкоголя известных российских брендов. За свое право, за достойное здравоохранение. Билет для министра в один конец. В Перми прошел митинг против развала краевой системы здравоохранения. Где все-таки идет этот трубопровод? От чего вот эти метры отсчитываются? Дело о трубе – новый поворот. Ростехнадзор в споре нефтяников и домовладельцев встал на сторону последних. Контрафакт лился рекой. В Дзержинском районе Перми выявлен цех по нелегальному производству алкоголя известных российских брендов. В ходе операции сотрудники правоохранительных органов изъяли производственную линию, сотню тысяч готовых к реализации бутылок поддельной водки, около 40 тысяч фальшивых акцизных марок. Имеющееся оборудование позволяло изготавливать ежесуточно не менее 50 тысяч бутылок. С места происшествия были изъяты технологическое оборудование, около 100 тысяч бутылок поддельной спиртосодержащей жидкости, разлитой под видом бутылок водки финская, царская, белая береза. Также полиция обнаружила 10 тонн спиртосодержащей жидкости. Технологический процесс сводился к смешиванию ее с обычной водопроводной водой. Разливали водку круглосуточно и в антисанитарных условиях мигранты из стран ближнего зарубежья. Здесь же они спали и принимали пищу. Легальность нахождения этих людей на территории России сейчас устанавливается. Задержано трое граждан, подозреваемых в организации незаконного бизнеса. По факту нелегального производства алкогольной продукции, а также использования специальных марок, возбуждены уголовные дела. В ходе расследования уголовных дел будут устанавливаться каналы сбыта алкогольной продукции, а также источники поставок поддельного спирта и поддельных марок. Против развала системы здравоохранения и службы скорой помощи в Пермском крае. Этот лозунг стал основным на митинге, прошедшем в сквере у Перми 2. Протестная акция собрала представителей общественности, медиков, сотрудников молочных кухонь, водителей автомобилей скорой помощи и просто неравнодушных горожан. Должно быть, близость железнодорожного вокзала от места проведения митинга натолкнула его организаторов на весьма креативный ход. На сцене развернули огромный билет в один конец до Екатеринбурга на имя министра здравоохранения края Ольги Ковтун, которая, как известно, прибыла в Пермь из этого города. Мы понимаем с вами, что после отставки Ковтун завтра медицина не наладится. Но мы дадим сигнал вместе, пусть знают, что пермяки могут постоять за свое право, за достойное здравоохранение. Затем с трибуны зазвучали слова критики в адрес регионального Минздрава и проводимой им политики. Зарплаты стали меньше по факту. Молодые специалисты не приезжают работать. Сейчас пенсионеры уходят уже в отставку. И кто будет дальше продолжать, я не знаю. Ну, отделения стоят, по сути, без докторов. Претензий в адрес регионального Минздрава у пермяков накопилось немало. Кроме нехватки специалистов и снижения их зарплаты, это массовые увольнения главврачей, сворачивание молочных кухонь, за которые родители встали горой. Вот это именно эти 7 тысяч подписей, которые мы собрали. Собрали жители нашего города, мы собрали их буквально за месяц. И благодаря этому госпожа Ковтун отменила свой закон и оставила молочные кухни на год. Выступавших активно поддержали и общественные организации, и представители крупных парламентских партий. Массово вышли на митинг и водители службы скорой помощи, которым при смене подрядчика предложили зарплату вдвое ниже, чем была. На 11 тысяч рублей в месяц не прожить, возмущены митингующие. Пришла другая компания и предлагают совсем низкие деньги за нашу работу. То есть нам, водителям, предложили остаться. Мы не сможем кормить свои семьи. В акции протеста приняло участие более 300 человек. Итогом митинга стало принятие резолюции. Ее основной пункт – увольнение Ольги Ковтун с поста вице-премьера краевого правительства. Также митингующие потребовали выносить важные решения в отрасли на обсуждение общественного совета при Минздраве и раскрыть информацию об уровне смертности от таких заболеваний, как рак и туберкулез. Резолюция направлена губернатору Пермского края и полпреду президента в Приволжском федеральном округе. Юлия Алеева, Иван Худяков, телевизионная служба новостей.
Заместитель главы правительства Пермского края Ольга Ковтун продолжит руководить краевым министерством здравоохранения. Об этом изданию «Коммерсант Прикамье» сообщили в Минздраве. Напомним, Ковтун в январе прошлого года была назначена вице-премьером краевого правительства, отвечающим за здравоохранение и соцсферу. В июле чиновник, сохранив вице-премьерский пост, была назначена и министром здравоохранения края, сменив Анастасию Крутень. Дело о трубе. Новый поворот. Напомним, компания, владеющая сетью нефтегазопровода, который проходит по территории Пермского края, через суд требует снести дома жителей нескольких населенных пунктов. Обоснование следующее. Строения возведены в охранной зоне объекта. При этом все разрешающие строительство документы у людей имеются. Проблема приняла региональный масштаб. К ее решению подключились пермский омбудсмен и краевые власти. Кроме того, свою оценку ситуации дал и Ростехнадзор. Евгений Гуляев продолжает рассказывать о борьбе людей за крышу над головой. Напомним, начиная с 2013 года владелец нефтегазопроводов компания «Транснефть Прикамье» стала направлять иски в суд о сносе жилья в разных точках региона, так как строения попадают в так называемую охранную зону трубопровода. Вот, к примеру, многодетная семья Ознобишиных из Краснокамска, о которой мы уже рассказывали в предыдущих выпусках. Конечно, шок, если честно сказать. Мы тут ревело и было, скажем так, после того, что своими руками все. Проблема имеет региональный масштаб. Общественники провели свое исследование. По предварительным подсчетам, в Прикамье около 3000 семей рискуют утратить свое жилье. Все ситуации схожи. Людям местной власти предоставляли земельный участок без ограничений на строительство. Но спустя годы, уже после возведения домов, приходит иск от нефтяников. Вот еще один аналогичный пример, о котором мы уже не раз рассказывали. В пермском микрорайоне Запруд под угрозой сноса десятки домовладений. У нас даже все согласны были собрать деньги. Мы нашли эксперты за 125 тысяч рублей, чтобы нам сделали эту строительную техническую экспертизу. Для того, чтобы мы могли понимать, где все-таки идет этот трубопровод. От чего вот эти метры отсчитываются? И действительно, попадают ли эти наши дома фактически, не как вот они там смотрят через перископ, да, а фактически в эту зону. Отказы, 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 отказы. Любовь Турова пригласила к приговоренным домам заместителя министра территориального развития Пермского края Ольгу Сапко. По словам замминистра, о проблеме власти знают. На ближайшее время запланированы встречи и с местными жителями, и с владельцами трубопровода. Кроме того, рассматривается вариант помощи людям в суде. Законодательство в данном случае, которое регулирует эти правоотношения, оно все федеральное. То есть правительство Пермского края здесь, получается, больше нацелено на работу именно вот с населением, чтобы защитить в первую очередь население от таких вот ситуаций, когда люди вынуждены, собственно, оказываться на улице, потому что по решениям судов все строения подлежат сносу. Свою оценку действиям нефтяников дали и в управлении Ростехнадзора по Приволжскому федеральному округу. Надзорный орган встал на сторону владельцев жилья. Объекты строятся не за один день. При этом нарушения не выявляются или не фиксируются на начальной стадии строительства, при обходах и облетах. Не принимаются необходимые меры для устранения имеющихся нарушений. Не доводится до юридических служб и служб безопасности. Почему предприятие начинает требовать сноса, когда жилые объекты уже готовы? Все еще не зарегистрированы в установленном порядке все охранные зоны, и данные о них не переданы местным властям. Тем самым землепользователи и местные власти остаются в неведении обо всех ограничениях. Теперь собственники домов, находящихся под угрозой сноса, собираются приглашать представителей Ростехнадзора для участия в судебных тяжбах. Ближайшее заседание назначено на конец марта. Борьба за крышу над головой продолжается. Евгений Гуляев, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Российские гражданские лайнеры «Сухой Суперджет-100» должны перейти на пермский двигатель семейства ПД-14. Об этом заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин после совещания на московском машиностроительном предприятии имени Чернышова. Главная идея – это импортозамещение. На сегодня ближнемагистральный лайнер оснащается движком SM-146 совместного французско-российского производства. Он во многом состоит из зарубежных компонентов, чего никак не скажешь о разработке пермских моторостроителей. Напомним, ПД-14 – это турбореактивный двигатель 5-го поколения. В настоящий момент завершаются его госиспытания. Им предполагается оснащать отечественный авиалайнер МС-21, летные испытания которого должны начаться в этом году. Предполагается также, что ПД-14 станет головным вариантом большого семейства движков разной тяги для оснащения пассажирских, транспортных и специальных самолетов нового поколения, а также силовых установок для вертолетов.
Безработица среди молодежи. Реальный инструмент для решения этой проблемы был предложен на заседании молодежного парламента при законодательном собрании Пермского края. Внесенная инициатива должна простимулировать работодателей принимать на работу вчерашних студентов. Требуется опытный специалист. Работодатели ищут сотрудников со стажем. Выпускники средних и высших профессиональных учебных заведений, как правило, похвастать им не могут. И остаются за бортом, пополняя ряды безработных. Проблема для молодежи сверхактуальная. В 2016 году планируется по Пермскому краю 60 тысяч выпускников. Это, конечно же, большая цифра. И официальная статистика гласит о том, что в Приволжском федеральном округе только 13% не трудоустраивается. Но по неофициальным данным цифра по некоторым районам достигает до 25%. Работодателя можно и нужно стимулировать принимать на работу молодых специалистов без опыта, считает Айна Якупова. Молодой законотворец разработала и внесла на рассмотрение коллег проект решения о внесении изменений в региональный закон о налогообложении в Пермском крае. Суть предложения – снизить ставку налога на прибыль для тех организаций, которые трудоустраивают определенное количество вчерашних студентов без опыта работы. Я считаю, что мы, молодежный парламент, имеем все инструменты для решения данной проблемы, и моя инициатива – это первый шаг к этому. В первом чтении проект решения молодежный парламент принял. После доработки рабочей группой молодые законотворцы обсудят его во втором чтении. А затем документ будет предложен для рассмотрения старшим коллегам, депутатам законодательного собрания края. Юлия Алеева, Денис Хашек, телевизионная служба новостей. Никто, кроме чучел масленицы, не пострадал. Накануне в Перми, ровно как и во всей России, провожали зиму. Праздничные мероприятия были организованы в 25 муниципальных образованиях края, в том числе и в Перми. В краевой столице главное празднество состоялось на площади перед драмтеатром. Обширная концертная программа, конкурсы, ярмарка народных промыслов и различных вкусностей. Кульминацией, конечно же, стало сжигание чучела зимы. Оно, к слову, горело весьма продолжительное время, словно символизируя нежелание уступать дорогу весне. Городские гуляния прошли без серьезных происшествий, сообщили в полиции. Ее сотрудники напомнили пермякам о правилах дорожного движения. Мы проводим свою акцию «Безопасная масленица». Ведь о своей безопасности, о безопасности на дороге никогда нельзя забывать, и, конечно же, даже в праздники. У православных христиан начался Великий пост, который продлится 7 недель. В эти дни верующим предписано воздержаться от приема пищи животного происхождения и алкоголя, а также от походов в ресторан и прочих развлечений. До революции на время Великого поста даже закрывали театры. Духовенство напоминает, главное в это время – духовное очищение, молитвы, покаяние, помощь ближним. Завершится Великий пост празднованием Пасхи 1 мая. Виртуальная экскурсия по Старой Перми, 5-я серия. Пользователи интернета теперь могут совершить прогулку по Вознесенской площади и увидеть, как до революции выглядел район пересечения современных улиц Луначарского и 25 октября. Очередной исторический квартал с помощью компьютерной графики воссоздали авторы проекта «Старая Пермь в 3D». Тему продолжит Юлия Зыкова. Перекресток современных улиц Луначарского и 25 октября. До революции этот район назывался Вознесенской площадью. Вот старинный квартал на кадрах кинохроники почти вековой давности. Здесь видно Алексеевское реальное училище, преемником которого стал авиационный техникум. Учебному заведению в этом году исполнится 140 лет. 3D-модель старинного здания воссоздали авторы проекта «Старая Пермь». Классические гимназии, они были больше с гуманитарным уклоном. А реальные училища, которые стали появляться в конце 19 века в России, они как раз и создавались для нужд промышленности. Был очень большой запрос на специалистов, на инженеров, которые бы могли работать в промышленности. С Пермским реальным училищем связано немало знаменитых имен. Здесь побывал создатель периодической системы элементов. Дмитрий Менделеев посетил химическую лабораторию и, говорят, высоко оценил ее оснащенность. В числе выпускников реального училища были Борис Шапошников, будущий маршал Советского Союза, Аркадий Швецов, авиаконструктор. В числе значимых объектов в этом историческом квартале – здание благородного собрания с гостиницей, которая считалась одной из лучших в городе. Антон Чехов, когда был проездом в Перми, останавливался именно здесь. Она называлась «Меблированные номера при благородном собрании».
Номер там стоил от рубля 25 копеек до 5 рублей в сутки. И там была возможность принять ванну, отдохнуть в саду. Кстати, эту гостиницу снесли в 70-е годы 20 века. А до этого на ней была мемориальная доска о визите Чехова в Пермь. «Колокола звонят великолепно, бархатно», – писал Чехов о Воскресенской церкви, расположенной по соседству с гостиницей. Величественное здание автором 3D-реконструкции удалось воссоздать по сохранившимся чертежам, снимкам и открыткам. Еще один важный объект – пожарная часть. Она находилась на улице Екатерининской, где сейчас главное управление МЧС. Художник-график Александр Семенов рассказывает, он использовал уникальные фотографии разных лет, найденные в Краеведческом музее. Вот мы знаем, что вот эта вот фотография, она более старая и более новая, но при этом они отображают одно и то же место. И сопоставив их, мы получили какое-то определенное представление о том, как выглядело это место раньше. Виртуальная реконструкция доступна в интернете. Ее можно найти и на сайте «Забытые имена Пермской губернии». Там же опубликованы и предыдущие 4 серии проекта «Старая Пермь». Юлия Зыкова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.